Всем привет! Сегодня я хочу сделать такое видео, как помнится визуальное сравнение Brilliant Core, какое выбрать. Это видео лично будет для меня. Может, я не буду брать Brilliant Core, может, и буду. Подумаю, я к Новому году хочу кому себе закупить подарок для себя любимого. Вот. 4 конкурсанта, потому что 3 дрели, 1 шуруповерт. Сетевой. В общем, хочется сделать визуальное сравнение по мощности, по характеристике, по цене. Вот. В общем, у нас сегодняшние конкурсанты. Первое — это энкоровский безударный электродрель шуруповерт модель DSHE240R/10. Вторая дрель тоже энкор D400R/10. Еще одна Incore D450R/10. С этим, с быстро зажимным. А точнее, с ключевым патрончиком. На у всех других моделей он быстро зажимной. И следующее — это Incore DE500ER/10. Вот. В общем, что хочешь сказать? По характеристикам. Характеристики не выдающиеся, но такие вот. У первого типа инструмента бытовой, потребляемая мощность 240 ватт. У второго потребляемая мощность 400 ватт. У следующего 450. То есть довольно-таки на 50 ватт больше в этой дрели. И последняя на 500 ватт. Это чем-то равно моей дрельке. Вот. Правда, в моей дрельке обороты 2000, не смотрю, 800. Вот и так вот. Я смотрю лично вот на эти таблички. Цена меня удивляла всего лишь вот 960 рублей. Вот. Самая дешевая — это вот это. Ну, а самая дорогая — вот это 1350 рублей. Вот. Вот. Тип инструмента, естественно, же бытовой. Все они, то есть, бытовушки. Вот, частота вращения от 0 до 800 оборотов в минуту. Так, тут от 0 до 2900 оборотов в минуту. Здесь от 0 до 2700 оборотов в минуту. И здесь от 2900 оборотов в минуту. То есть, чем-то очень даже хорошее. Если посмотреть, то оно схоже с конкурсанткой D400, чем-то схоже с D500 ватной. Вот. Во-первых, внешний вид. Внешний вид очень хороший. Вот у Encore вот этого очень вид такой, в принципе, нормальный. Вот. Металлопластиковый патрон. Вот. То есть вот эта головка, она у нас металлическая, а вот эти две части пластиковые. Вот, ну, блокиратор, как обычно, включение. Вот. Во-первых, что я на второе смотрю? На второе смотрю, вот. Крутящий момент будет такой у этого конкурсанта, у других не будет, потому что это шурик. Патрон быстро зажимной, диаметр, ну, сила, которую ты можешь задать, от 0,8. Так что у меня фокусирует камера до 10. Тут патрон тоже такой же. Здесь патрон ключевой, маленько другой. Но здесь тоже быстрозажимной. Вот. Следующий — это диаметр сверления. Максимальный в древесине. Вот в древесине. 16 миллиметров, а в металле 8 миллиметров. Диаметр сверления в древесине 20 миллиметров, в металле 10 миллиметров. Диаметр сверления в древесине 20 миллиметров, в металле 10 миллиметров. И диаметр сверления в древесине, оно где-то, не знаю, что моя камера, 20 миллиметров. В металле 10 миллиметров. Надо будет сейчас камеру маленько потереть. Вот. Вес.
Что обращает на вес, то есть вес это очень важная часть. Вес у Шурика 1,2 кг, 1,4 кг, 1,6 кг, 1,65. То есть самый, походу, вот это самый легкий, а это самый увесистый. Вот. Размер упаковки 235 на 220 на 60 миллиметров. Вот. Можно поставить на паузу. Вот. На 65 только отличается. Тут 5, тут 5 раз больше, чем с этой, чем с дэшкой. Вот. Вот. И вот. Особенности вина, но особенности вот. Планетарный редуктор. Я давайте ему зачитаю. Можете поставить на паузу. Вот тут особенности не буду вам зачитывать. Вот. Единственный плюс у этих двух моделей, вот, у двух этих моделей, что есть такая вот скоба, если вот там потолок обшивает такой вот гипсокартоновый, то вот очень удобно. Вот. По комплектации. В комплектации этой дрельки, ну, которая DSHE 240R, входит вот сама дрель и запасные щетки. В комплект этой дрели не входит ничего, здесь не входит ничего, кроме дрели, и здесь ничего не входит. Кроме этих инструкций, гарантийки у трех конкурсанток нету ручки. Естественно, здесь можно крепить ручку, но и в стойке можно крепить. У трех этих моделей в стойке крепить нельзя. И также по стоимости. 960 рублей стоит наша шуруповерт. Дрелька, которая самая слабенькая, стоит 990 рублей. Вторая стоит 970 рублей. И последняя стоит 1350 рублей. В общем, самая дорогая оказалась вот эта дрель. Вот. Я ее помечу. Чуть поменьше вот это. Поменьше вот это. И самая дешевая оказалась вот это. Потому что цена меня порадовала, 960 рублей. Вот. Лично мое мнение, для домашнего хозяйства можно купить себе и Encore, и вот этот, который DSHE 240R. Вот. В принципе, он очень хороший. Шурик помогает, не знаю. Но если не прочувствовать, может... вот. Может, буду вам говорить дрель, которую я представил перед вами. Выбирайте сами, какая вам нравится. Всем спасибо, с вами был Ванзанов. Пока, лайкайте, подписывайтесь.